Вот в чем преимущество ксилографа цифрового против аналогового советского. Но тут я сделал паузу, и вот могу просмотреть всю шкалу, или нет там каких искажений. Вот это сигнал на затворе одного из транзисторов пушковых. Это Тесла работает. Парочки. Вот тут как можно много пройтись вперед. Влево или вправо на аналоговом осциллографе. Такого нельзя сделать. Вот тут даже так, наверное, надо делать, чтобы быстрее проходить это все. Это только в одну сторону, вот там потрескивает немножко горшок, но почему-то вот я на сфографе на затворе не вижу вроде бы никаких искажений особых. Вот может вот этим вот открывают затвор как не надо. Карта слабая, поэтому он так тормозит. Столько мало кадров до конца дошло. Теперь я сменил луч на второй транзистор. Тем более на советском и паузу даже нельзя нажать на моем. Тоже вроде не все нормально. Может как-то наводка от Теслы тут идет, и он как бы так быстро открывается, закрывается транзисторы, поэтому получается какой-то бой. Вот тут вот оба два, как бы сбой пошел. Вот вот так. Хотя это может самого осциллографа как бы браками